Я думаю, что только Господу Богу известно, почему происходят многие вещи. Например, такие. Когда мы начинаем бизнес, или когда мы начинаем вообще какое-нибудь новое дело, непривычное для большинства, то это самое большинство пытается нас остановить. И особенно наши близкие. Люди, на которых мы, наоборот, рассчитывали на поддержку, на помощь, на понимание хотя бы. Именно эти люди превращаются для нас в мокрые тряпки и полотенца, которые гасят наш энтузиазм. От нас шипит, аж пар идет, как они нас гасят, удерживая от каких-то действий. Но это не новость. Так было всегда. И поэтому, если я, например, наблюдаю, когда какой-нибудь новенький партнер, наивный и неопытный, начинает бизнес и сталкивается с такими вещами, он вообще в шоке, он вообще потрясен, он как младенец удивляется таким очевидным вещам. Тебя будут мочить, тебя будут гасить, тебя будут долбить, обзывать. Не все и не всегда, но довольно часто. И если ты этого не знаешь, если тебе не сделан укол, прививающий тебе такой иммунитет против вот таких вот выпадов близких и не совсем близких людей, то ты сейчас получай такую прививку. И нужно помнить, что это было всегда. Это было всегда. Известна история библейская, когда Моисей вывел по воле Бога народ израильский из плена, из рабства, из Египта. И вел их по пустыне, Бог их кормил, поил, сверхъестественным образом обеспечивал, провел их через Красное море, раздвинув по суху, раздвинув воду. Короче говоря, демонстрировал постоянно чудеса, все время о них заботился, и вот наконец они пришли. Они пришли, и Моисей послал разведчиков. Земля, вон она, за рекой. То, куда они шли, там, где ожидалось от Бога вожделенная, обещанная, обетованная земля. Пошли 12 человек. 40 дней ходили, разведывали все, вернулись. И что вы думаете? 10 из них начали говорить всякую хрень, всякую фигню. Они говорили: о, там такое. Я вам прочитаю прямо сейчас, чтобы вам прямо из Библии, Слово Божие, как бы. Вот они что начали говорить. Они представили самую негативную картину и распускали худую молву о земле, которую они осматривали между сынами Израилевыми, говоря: земля, которую проходили мы для осмотра, есть земля, поедающая живущих на ней. И весь народ, который видели мы среди ее, люди великорослые, там видели мы исполинов, сынов инаковых от исполинского рода, и мы были в глазах наших пред ними, как саранча. Такими же мы были и в глазах их. Но только два человека, два всего лишь навсего, два. Иисус Навин и второй, да как его зовут, Боже мой. И Халев, два человека говорили: да ребята, вы что, да с нами Бог, да мы их замочим, да там все растет, да там гроздь виноградная, мы на палке несли, да там просто мед и молоко, и там вообще все, ну просто супер, да и с нами Бог, да вы что, да мы их сделаем, да мы... Нет, распустили худую молву и кирдык им всем, послушались. Уродов всяких. В результате Бог не пустил их в эту землю. Они все умерли в пустыне. Они ходили и ходили, пока все не умерли. Только два человека вошли в обетованную землю из них. Те, которые верили Богу. Те, которые верили в свои силы. Те, которые говорили правду. Те, у которых хватило смелости делать новые вещи. Они вошли в эту землю, Иисус Навин и Халев.
и стали обладателями этой земли. Конечно, они там всех победили, и, конечно, они процветали. Так и у нас. Ничего нового под луной нет. Когда вы начинаете, вас будут мочить. Когда я начал сетевой маркетинг заниматься впервые, то я, как военный человек, побежал к кому? К военным. У меня, я был на 7-м этаже жил, а подо мной на 1-м этаже жил парень один, капитан 3-го ранга. Он всегда ходил в красной шапочке. Такая курточка у него была, красная шапочка. Довольно жалкий вид. И когда я к нему пришел и стал возбужденно рассказывать об этом бизнесе, как он меня мочил. Во-первых, он меня обзывал, а во-вторых, он начал считать. Он достал лист бумаги и стал мне выкладывать аргументы, что в стране сейчас там кризис, что военные зарплату не получают, они отпадают, бизнесменам это нахрен не нужно, отпадает, значит, на заводах зарплату не платят, отпадает, это не отпадает, у тебя никаких шансов, там 1%, но они не дураки, они не будут это у тебя брать. Короче говоря, он меня опустил так, что с научной точки зрения, такой умный. Я помню, он сидит на кухне в майке, на майке дырка. Я сегодня на BMW езжу, а он в красной шапочке все в той же ходит. Умник. И он не виноват. Виноват был бы я, если бы я согласился с его аргументами. Если бы сказал, да, правда, сетевой маркетинг это плохо, ай-яй-яй, не надо начинать новый бизнес, ай-яй-яй, а я-то дурачок хотел разбогатеть, мне опять идти на работу к этому, да, и там зарплату получать, и всю жизнь, и вот потом на пенсию, ай-яй-яй, ну спасибо тебе, ты такой умный, такой богатый, правда у тебя на майке дырка, и ты детей нечем тебе кормить, но это уже не имеет значения, твое мнение для меня важно. Вот. Кому уподобляемся мы, когда мы слушаем всяких уродов. Пошли они все в баню, в одно место. Пошлите их туда подальше. И действуйте. Никого не слушайте. Верьте в себя. Верьте Богу. Молитесь. Смотрите, разбирайтесь в бизнесе. И если вы видите людей, которые успешно его делают, которые разбогатели, которые преуспевают, которые честные, порядочные, ведут вас, действуйте, никого не бойтесь. Так всегда в жизни было, есть и будет. Я вам прививку сделал, теперь ответственность вся на вас. Что с вами будет дальше, уже зависит только лишь от вас. Удачи!